Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Вы сегодня смотрите второй выпуск нашего блога про инвестиции. И сегодня я расскажу вам о другом своем опыте, уже непосредственно со строительством дома здесь, в Майами. И сегодня вы узнаете, сколько же стоит построить дом в США, и самое главное, сколько на этом можно заработать. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите колокольчик. Погнали! Друзья, и мы с вами находимся именно на том месте, на том участке, где буквально через год будет построен жилой дом на 25 квартир. И этот участок мы купили 2 года назад. И, собственно, наверное, зададите его вопрос, что же мы делали 2 года? На самом деле, все очень просто. 2 года примерно уходит на согласовательные процессы, согласовывается здесь абсолютно все. Мы уже этот рубеж прошли, и буквально через месяц уже сюда прибудут строительные бригады, и начнется самый активный этап стройки. А теперь, друзья, наверное, самое интересное для вас – это конкретные цифры. Значит, этот участок мы приобрели за 1,5 миллиона долларов. Те сметы на строительство, которые мы уже получили от строительных компаний, они на сумму 4 миллиона. То есть примерно в эту сумму мы и планируем уложиться. То есть общий размер инвестиций на строительство дома в США на 25 квартир составит 5,5 миллионов долларов. Как мы на этом будем, собственно, зарабатывать? На самом деле все очень просто. Аренда одной квартиры здесь, в этом районе, начинается от 2000 долларов. Это минимум, что можно найти. На самом деле цены даже в 2 раза больше, даже если мы заложим 2000 долларов. Через год здесь уже квартиры будут сдаваться, и у нас выручка годовая будет 600 тысяч долларов. И 600 тысяч долларов 145 – это расходная часть на содержание комплекса. 450 тысяч долларов – это чистый доход, и при таком доходе это здание уже будет оцениваться минимум в 9 миллионов долларов. То есть, если мы вдруг захотим сделать экзит и выйти, то мы его продадим минимум за 9, хотя я уверен, что цена дома будет минимум 15, потому что здесь уже рядом строится ЖД-станция, трафик будет катастрофически высокий, будет сильный спрос. И даже если мы продадим за 9 миллионов долларов, то уже в моменте мы заработаем 4,5 миллиона долларов. То есть это 40% доходности на периоде 3 года, то есть в год это примерно 13,5%. Это при минимальных раскладах, и я считаю, это реально очень круто. Если сравнивать 2 моих объекта, здесь, конечно, доходность выше. Но нюанс, да, найти такие объекты крайне сложно, но можно, конечно, это первое. Второе – это длинный цикл. Когда ты покупаешь дом, ты получаешь сразу выручку, сразу зарабатываешь. Здесь эта история немножко другая, она минимум растянута на 3 года. И, наверное, было бы неправильно, если я закончу выпуск темы инвестиций именно этими вариантами, потому что большая доля в США приходится именно на инвестиции в элитную недвижимость, куда уже вложились многие наши звезды. Здесь и живет и Малкин, Овечкин, Ковальчук, Пугачева. И, собственно, я вам в следующем выпуске об этом обязательно расскажу. А пока попробуйте угадать в комментариях, сколько стоит квартира Овечкина в Майами. Пишите, подписывайтесь, ставьте лайк, жмите колокольчик. Всех был рад видеть, обнял. Пока.